Заместитель генерального прокурора России проведет в Ульяновске личный прием граждан. 4 июня с 11 часов до 16:00 Сергей Зайцев совместно с прокурором Ульяновской области Сергеем Хуртиным примет жителей региона по вопросам защиты социальных прав граждан, в том числе в сферах оплаты труда, долевого строительства и ЖКХ, защиты прав несовершеннолетних. Прием будет организован в режиме видеоконференц-связи. Предварительная запись пройдет с 25 по 27 мая по телефонам 831-278-45-24 и 33-10-73. Код Ульяновска 84-22. Звонки принимают в ежедневном режиме с 10 до 17 часов по местному времени.